Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами я, Роман. У нас будет обзор, в общем-то, вот такого вот шоколадного батончика. Кофе с шоколадом энергии. Батончик мюсли. Так, давайте посмотрим состав его. На первом месте у нас идет, что? Сейчас макрорежим включу. Вот, злаки. В скобках хлопья, пшеничные, кукурузные, ржаные, воздушный рис и ячмень, патока, масса, растительная глазурь, сахар, масло, какао-порошок, ягоды и фрукты, виноград, яблоки, какао-порошок, витамин С, кофе, растворимый кофеин, подсластитель сорент, антикиситель, лецитин, соевый, лимонная кислота, красительный сахарный колер, ароматизаторы, консервант сорбат калия, бензоат натрия. На предприятии перерабатывается арахис, кунжут, орехи, сельдерей, молоко. Производит данный продукт город Москва, улица Поморская, дом 33. Столица делает. Ну что ж, давайте я сейчас чаем попробую. О, вкусненько. 10 баллов с 10 даю. За свою цену, по акции я брал за 18 рублей в пятерочке. Вот так оно 23 стоит. В принципе, более чем хорошая цена. Товар, продукт хороший. Здесь большое содержание фруктов. Это его плюс для худеющих, что можно его кушать, и калории не будут сильно у вас накапливаться. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.